Тема 863. Туфли-трансформеры. Про платья-трансформеры я уже слышала. Кстати, они пользуются популярностью, а вот туфли-трансформеры увидела только вчера. Одна нью-йоркская компания из 4 милых девушек решила. А почему нет? Почему бы не дать модницам возможность менять подошвы и верх своих туфлей, как они меняют юбки и блузки? Ведь в Лево мы соединяем разные детали, меняя конструкцию. Почему бы то же самое не придумать с туфлями? Как это выглядит в натуре, вы можете посмотреть на видео. 18 сентября 2014 года девушки, основательницы бизнеса, провели вечеринку-презентацию в Нью-Йорке. 14 октября завезли партию товара для своего интернет-магазина. А сегодня, прошло только 10 дней, вся обувь уже распродана. Правда, мне и так бы ничего не досталось, потому что компания отправляет обувь пока только по территории США, но обещает, что скоро повезет всем. Механизм туфлей-трансформеров проходит сейчас процесс патентования, так что девушки скоро станут миллионершами, при таком спросе и ближайшем завоевании всего мира. Подумайте, что еще такое можно придумать, чтобы люди так же комбинировали. Я встречала сумки-трансформеры, сумки, превращающиеся из маленького кошелька в огромный баул. Даже простой удлиняющийся или укорачивающийся ремешок сумки делает ее разной. Куртки-трансформеры, у которых отстегиваются и пристегиваются рукава, либо которые можно выворачивать наизнанку и получать совершенно другую куртку. Украшения-трансформеры у нас не видела. Видела только у американцев. Если подумать, меняющиеся панельки у мобильных телефонов – это тоже трансформация. При смене панели телефон приобретает совершенно новый внешний вид. У нас даже есть машины-амфибии, которые могут ездить как по земле, так и по воде. И это не только модно, но и удобно. Так что думайте, придумывайте новые товары, которые создадут для потребителей поле для творчества и будут создавать удобство и даже экономию. Например, знаю одну проблему, которую пока никто, по-моему, не решил. Рвущиеся носки у колготок. Самые дешевые капроновые колготки сегодня стоят в пределах 100 рублей. Вроде не так дорого, но если каждый день покупать новые колготки, то уже ощутимо. Моя дочь только оденет капроновые колготки, тут же их рвет в носке, потому что при твердых ногтях и высоких каблуках волей-неволей продираешь эту тонкую капроновую ткань. Из-за одной маленькой дырочки на носке колготок приходится одни колготки выбрасывать и покупать другие, которые отличаются от прежних только временным отсутствием дырочки на носке. По-моему, тут сама напрашивается идея разделить традиционные колготки на две части. Собственно, носок, который рвется часто, и верхнюю часть, которая рвется гораздо реже. Частично эту проблему взяли на себя леггинсы. Но я ни разу не видела капроновых леггинсов, к которым можно было бы пришпандорить капроновые же носки, да еще так, чтобы никто не понял, что это не одно целое. Так что есть поле деятельности и огромная армия девушек с ногтями на ногах, которым хотелось бы модничать и в то же время экономить на капроновых колготках. Как вариант, может быть, можно было сдавать рваные колготки на переработку и взамен получать деньги или новые колготки с доплатой. Это тоже идея для тех, кто понимает в технологии создания капроновых нитей. Можно даже не придумывать новые товары-трансформеры, а превращать в таковые уже знакомые товары. Например, одна англичанка стала производить свадебные платья такими, что их можно было использовать и в повседневной жизни, дала дорогому товару вторую жизнь, чем значительно смотивировала экономных женщин на подобную покупку. Две российские девушки начали шить домашние фартуки да такими красивыми, что их можно было носить как домашние платья. Жилетки с кармашками, превращающие одежду в ходячую сумку, новшество для России 90-х годов. Шарфы, которые можно носить и на шее, и на голове, как платок, это все тоже из сферы одежды трансформеров. Огромное поле деятельности для трансформеров в мебельной сфере. Кресло, превращающееся в кровать, маленький стол, превращающийся в большой обеденный стол, парта на вырост – это все очень популярные товары. Осталось только придумать что-то свое, запатентовать, если это уникальный механизм, и готовиться зарабатывать миллионы.